Почему про одного говорят, это человек, педагог от Бога, а про другого говорят, это спортсмен от Бога, а про этого говорят, это поэт от Бога или художник от Бога. А почему войны происходят? Потому что люди занимают не свои места. Потому что, например, как могут генералы, например, быть полководцами, если они имеет чувство сопереживания к людям. Как они смогут из пушек стрелять там или еще чего-то делать, если у них сопереживание? Вся проблема в том, что люди-то все хорошие, но все занимают не свои места. Например, из каких-то интересов поэт идет, поступает на юридический факультет, потому что его родители заставили. Или потому, что это сегодня востребовано. Посмотрел по телевизору, напитался этой информацией, этой рекламой и пошел вот заниматься не тем, чему он по природе предназначен. Ну, мы все, конечно, можем и тем заниматься, и другим заниматься, и третьим, и четвертым. Все можем этим заниматься, потому что человек по природе творец. Но дело-то в том, что именно потому, что человек творец, он и может заниматься чем угодно. А мы говорим о том, что он должен заниматься именно тем, что, как говорится, от Бога, с чего я начал. Тогда и войн не будет, и конфликтов не будет, потому что каждый будет в любимом деле востребован, в любимой работе эффективен и нужен всем, и полезен всем, и в первую очередь себе.